На видео злоумышленники после дерзкой ночной вылазки. Мужчины выгружают похищенный аккумулятор, находясь на территории одной из металлоприемок. Старшему, ранее неоднократно судимому, 40 лет, младшему 22. Опытному криминальному дуэту не составляло труда совершить кражу сохраняемой стоянки, не привлекая внимания сторожа. Не менее профессионально граждане взламывали гаражи и похищали из них электроинструменты. В производстве отдела по расследованию преступлений на территории, обслуженной отделом полиции номер 3 в составе УМВД России по городу Саратову, находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования преступлений была установлена причастность к совершению указанных преступлений двух жителей города Саратова. Подозреваемые по данному уголовному делу незаконно проникали в помещения гаражей, а также на территории охраняемых стоянок, откуда тайно похищали имущество граждан. Задержанные признали совершение 4 краж имущества граждан, но у полицейских есть основания полагать, что их будет существенно больше. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.